Особое место среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, занимает День Матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Это праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек жизни. В преддверии этого замечательного события в актовом зале детской районной библиотеки прошел праздничный концерт с участием воспитанников детской школы искусств. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Самый веселый сочный зайчик, и в честь праздника твоего на моей подошке скачет. Мама, я дарю тебе его. А мой папа сильный самый, нечего сказать. А у мамы самые добрые глаза. Как же скучно вы живете,
шалости и припадка. Прости ваши наставления, портят настроение. Марина хулиганка, не стою я с позаранку. Школу можно прогулять и снова опять. Охрана наш устроен век в загадках мироздания. Во мне живет 100 человек, и каждый ждет внимания. Один хитрец, другой простак, десятый друг, двадцатый враг. Ребята дарили свою любовь, талант всем зрителям, никого не оставили равнодушными проникновенные песни о маме. На протяжении всего праздника в зале царила необыкновенная атмосфера домашнего уюта и тепла, ведь мама – это самый дорогой и близкий человек, без которого наша жизнь не была бы такой счастливой и радостной.